Данное видео сделано на основе трансляции, которая проходила на моем Twitch-канале. Подпишись, дабы не пропускать следующие эфиры. Блин, меня неистов хастанул 26 минут назад, а я не заметил. Фак. Надо сделать какие-то алерты на хасты. Походу, реально ружье будем выбирать. Мысло классное. Она вроде, блин, ни хера не подходит как-то к игре, но и одновременно подходит. Это странное чувство. А вы говорите, люди в очках плохо водят. Тут вообще дело в другом. Сраный охотник обрушил, блин, кусок скалы. Тут очки носи, не носи, тебя все равно убьет нахер. Так, хорошо, пустая карточка. Начинаются приключения мои. Моя цель в чем? Просто убить птичку, подстрелить? И постараться при этом не нагадить всем, да? Какой дом здоровый. Бегает смешно. Пиздос, хата стрёмная, я бы в такой не хотел жить. Книга по усам, как правильно отращивать усы. Дверь не открывается. Реально похож на этого соседа из Hello Neighbor. Все, дальше меня никуда не пускают. Пока что, видимо, да. Все еще осталось одно воспоминание за пацана. Собаку бесполезно звать? Это хорошо. Я аж начал волноваться, типа, то, что сейчас собака прибежит и рут с пацаном сломается. Мне, типа, во все деревья можно стрелять? Давайте сначала побегаем. Посмотрим, что тут да как. Во-первых, воспоминания. Во-вторых, надо калитку открыть. Это для тёлки, да? Угу.
Так, ну, по-моему, во дворике у него больше ничего нет. Это кто? Пацан? Да. Помидоровое дерево какое-то. Еще мне за ней по всей локации бежать? Беги из меня, этот пацана, без собаки никак, но не сейчас, погодите. Я сначала гляну, что будет, если я без собаки буду пытаться. Потом попробую с собакой. Пипец. А как я тогда за пацана день завершу? Ладно, это интересно. А чё, как мне выйти? По центру, наверное? Солнышко реально в тему написал, то, что чувак всю жизнь охотится и попасть не может в птицу. Просто на расстоянии вытянутой руки. Рейдж мод. Ну, видите, она ему нравится, но невзаимно. Ей все-таки очкарик побольше нравится. Есть ли смысл бегать за него здесь? Наверное, нет. А, воспоминания. Еще за деда нужно будет играть же. Пацаном совладать не может. Эх, ну ладно, придется без собаки. Зачем вообще собака в охоте на птицы? Это очень интересно. Опять круг делать. Вот это небось там лютый мус спит. Таблетками закидывается и полетел. Паник. Теперь-то я смогу открыть дверь, надеюсь. Здесь же это пара воспоминаний. Красава. Это чья? Это тёлки и пацана. У него, кстати, довольно быстрый рот. На фоне пацанчика, например. Пацанчик самый сложный был. Сучья ворона. Сучья... Ладно, это не ворона, это птица. Ворона это черная. Кобзец, нужно освободить теперь собаку. Освобождаю собаку пацана на змея. Если пацана на змея, то тёлка без веревок. Это очень странная логика.
Так, погнали. Во всем виновата веревка. Да, было бы две веревки, было бы гораздо проще. А еще не было бы жены, тоже не было бы кого спасать, и вся. Была бы идеальная игра. На несколько минут. Так, воспоминания. Так хорошо, что я узнал, что можно бегать на пробел. Типа, если бы я вот так ходил, я бы уже это в 4 нашел. Надо было сначала веревку в воспоминаниях бабы забрать вроде, так я же ее забрал до этого. Блин, а чего? Нет, тебя слушать не буду, сори, извини. Мальчик, который потерял друга. Достижение получено. Я ни разу здесь за пацана не бегал, и смысла, наверное, здесь нет. Так что пошел я. Калитку же я открыл, да? Теперь нужно тёлку еще брать и за нее забирать. Посмотри его воспоминания, ты же все 5 открыл. А можешь что-то сделать? А, все, понял. Я даже не обращал внимания на эти картинки. Был, короче, у него друган. Они хулиганили даже у деда и переворачивали его любимые цветы. Потом они разбили окно. И парня выгнали на весь. Ну, дед-то на самом деле хороший. Ведь он к нему все равно нормально относится и в змеи с ним играет. Потому что парнишка-то остался один. Так, а что теперь? Это довольно странно. Как они одну веревку поделят? Слышь, дед. Ладно, посмотрим, что будет. То есть и у нее веревка, и у него змей, чего? Спасибо, Red Blu-ray, спасибо огромное за поддержку начинающего техно-обзорщика. У него все-таки рот поменяется. Теперь зато у меня собака есть. Нужно сначала с собакой разобраться, потом будем дальше думать, что делать. Коробки. Окей. За бабу возьми воспоминания, когда разберусь с третьим рутом. Пока что еще рано. Теперь его надо брать. Посмотрим, что будет, когда я собаку позову.
Нет, чуваки на Ютубе переписываются на очень плохом английском языке, максимально плохом. Почему на Ютубе постоянно какой-то кринж, то чувак с нейтботом общается, то ребята пытаются в английский. Эй, не надо. Кобаки, you about us? Кобаки, you for us? Что это такое? Песель. Пиздохаем ее. Хорошо сработали. Почти сделали это. И чё поменялось? Ты чё, дурак? О, пф, ничего не... Я... Пф, должен собаку отправить к дереву, где будет птица. Все, спасибо за... Скип, пожалуйста, можешь пропустить. Он еще и статую сделал в форме собаки. Офигеть. Какое дерево следующее? Это вроде? Или какое? Я уже не помню. И чё, типа... Да, завтра будет стрим. Да сделай хоть что-нибудь уже. Так, куда она дальше полетит? Туда, что ли? Слушайте, вот сейчас куда она полетит, я хз. Не, сюда она лететь не может. Или она будет от дерева к дереву летать. Песель, что делать? Или просто стрелять в нее. Попробуй копнет. Да, кстати. Да. Да, 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 да. Копнет тоже. Надо. Чем? Так, а где пень? Здесь. А его сюда нельзя позвать. Заранее. М-м. Видимо, придется там стреляться. Она потом случайно не сюда улетает? Нет. Сюда заезжать даже не могу. Ну все, походу, мне придется просто в нее стрелять и все.
Собакин контролит всю территорию. Давай, убивай. Я туда не мог собаку позвать, эй. Я ведь не мог туда собаку позвать. Алло. Я туда даже пройти не могу. Чё будет? Вот это Mind Games. Я, по-моему, вообще новую локацию открыл. И куда она полетит? Тут куча деревьев так-то. Для телочки. Из-за птицы я не могу открыть, я понял. Но телочка сама сможет открыть. Это ребенок только не может открывать. Это для меня. Мне туда нужно. И ребенок тоже здесь может пройти. С мячиком. А ему зачем туда? Фигалока большая. Тоже открыть не смогу, потому что птица. Ладно, давай стрельнем. Чпыньк. Ну, типа, я не знал, куда она прилетит. А наверху еще? Тоже для пацана нужно сюда. Капец, воспоминания разбросали ужас. Почему-то воспоминаний для деда меньше всего я пока встречал. Возможно, Лока будет расширяться. Ну чё? Че, гонишь, что ли? Она рандомно летает. Ладно, без проблем, собака, встань сюда. Короче, с помощью собаки мне нужно ее, наверное, туда вообще загнать, да? Че, пробуем. Кинцо решил посмотреть, я тут на тебе. Куда ты дальше полетишь? Че-то я запутался, ребята. Если бога нет, то кто дает этому парню патроны? Она по кругу летает или крест-накрест, я не понимаю. Там наверху тоже, кстати, воспоминания. Теперь она полетит сюда. Ее собака отгонит, она полетит дальше. Тут нужно что-то делать или стрелять просто? В
Все-таки это ворона. О, боже мой, ключ теперь нужно еще достать. Стоп. Я же могу теперь двери нормально открывать. Я думал, за пацана придется играть. Ну да, слышно, обойти. Просто нереально. Как же это обойти, господи, целая ваза цветов. Фига себе картина. Музыка, как это, слышите? Можно было как человек выйти через калитку, но... Зачем искать легкие пути? Вторая веревка! Бук-чамп! Окей. Все становится супер понятным. Так, мне там ничего не нужно открыть заранее. Угу. Понятно. Только не сдохни. Двоих людей спасать — это вообще жопа полная. А чё плохого в этом руте, когда он падает в сено, кстати? А, ну типа собака. Все, я понял. Без собаки до туда не дойти. Капец, потом опять снова стрелять под деревьям. Я надеюсь, что там будет скип. Так, берем пацана. И убираем все эти вазы. Чтобы взять вторую веревку, мне нужно сначала вазу убрать. Как я понял. А может быть и не нужен, но я все равно хочу за пацана туда сходить, чтобы воспоминания открыть. Дебил. Эти шлагбауны, которые просто повсюду стоят, это самая смешная херня, которая есть в этой игре. Идешь, идешь, тут бац, дорога перегорожена. Случается. Игра зацепила, теперь поначалу было более уныло, но есть большая проблема, то что катсцен нельзя скипать. И в целом немножко затянуты. Ну, типа, вроде неплохо. Я в подобное ни разу не играл. Поэтому пока что не жалею. Я, конечно, больше кинца ожидал, если честно. О, мяч забрать. Давайте глянем, что там наверху. Просто видок. Окей. Все, я больше ничего делать не должен.
Вроде как можно отсюда сваливать и завершать рут. Смотреть в очередной раз катсцену скучную и... брателку. А, вот еще две вазы. Хорошо. Озвучка топич. Видали, как он быстро побежал по склону? Там еще воспоминания на территории охотника есть. У телочки. Иди к веревке, я не могу к веревке подойти за пацана. К веревке сможет только телка зайти. Блин, надо спуститься. Там где ступеньки, там ваза. Я вроде все убрал, разве нет? Решил большую часть половины игры пройти сегодня или вообще всю? Да вроде как тут финал не особо далеко. Я почти разобрался с третьим персонажем, и останется дед. Это супер херово. Ну реально, почему нельзя это скипать? Плиз. Какие интересные будут воспоминания у тёлочки. У охотника, наверное, что-то с охотой. У тёлочки, наверное, чувак в очках, да? Там расскажет, почему она его полюбила. А, ну все, охотника мне даже трогать не надо. Сено — это его финальная часть. Неудачник. Так, погнали. А медалька? Ну, видимо, без медальки. У нас не суть помочь охотнику, у нас суть спасти вот эту девушку, которая умирает в автокатастрофе. Ты о чем? Ты вас убрал, теперь можешь забрать медальку? Разве нужно? Так, за веревкой я иду к охотнику. Но сначала заберу воспоминания. Вообще, наверное, будет короче вот так сходить. Хотя разницы, наверное, никакой. Что так, рук, что иначе. Чпоньк. Прикольная тема то, что когда они в гору поднимаются, они гораздо медленнее, а когда спуск, тогда быстрее. Запарились все-таки. Значит, игра им нравится. Ну, разработчикам самим. Вылезали, так сказать. Не, Life is Strange я точно проходить не буду. Я время от времени кино прохожу на стримах. Это никому не нужно, кроме меня. И сетки человек на Твиче. Но типа, для души надо. А сколько еще осталось? Одно, наверное. Два? Фига себе. Так. Это для охотника наверху. Вот это что-то странное. Типа здесь какая-то картина.
Она выглядит совсем не просто так здесь. Для деда. Сюда и дедам придется возвращаться. Смогу ли я забрать медаль? Да я не знаю, мне походу придется забирать ее. Так, все, время начать сначала. Давайте посмотрим. Продают хату, переезжают, учатся в школе с очкариком, влюбляются в него. Но, к сожалению, он все-таки женится на другой телочке. Завидует. Расстраивается и решает уехать подальше от этой грусти. Жалею. Есть смысл мне сюда идти? Ну что тут у вас? Глупая баба. Звуков, как этот чувак кричит, вообще не слышно, его тоже не видно. Так, ладно, погнали веревку. Привяжем. А это синяя, та была красная, да? По-моему. А в чем дед провинился во всей этой ситуации? Собака, что ли, обвалит склон? Или куда она убежала? Я так понимаю, что с охотником не все так просто. Мне придется медаль брать, наверное. Да, синяя веревка. Нет, они не обе синие. Дед. Обломки все еще. Ну, из-за собаки, наверное. Какой охотник, такая и собака. Ну, это было очевидно. Погнали, чувак. Вот же псина, да нет, собака так-то себе нормально повела, она хотела помочь хозяину. Он всегда дверь за собой закрывает. Пожалуйста, скипните эту часть, умоляю. Да вы гоните. Пистос, господи. Убейте меня кто-нибудь. Мое любимое. Ура! 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 Детка ты! Хорошо так как стало. Так, воспоминания. Чекни, Дим, может открыто? Даже если открыто, то зачем мне туда идти, если там медали не будет, потому что птица ее туда не принесет. Хм. Медаль-то здесь не сразу появляется. Так, ну туда мне не надо. Я, правда, не особо понял, зачем вот эта калитка нужна. Ее ведь вообще никак не открыть. А, для первого прохождения, чтобы ты думал, что все будет хорошо. Че, оставит им, что ли? Я думал, птичкам оставит.
Ну, остался только дед. Но он будет связан с охотником, походу. Каким-то образом. Потому что у меня еще воспоминания охотника не все собраны. Офига себе. Это добрая душа. Камушки пропали. Сейчас они деда собьют. Но это все равно не суть игры. Типа, на деда насрать. Главное же девушку спасти. Ну, типа, не. Дед же он с этим, с ребенком. Это довольно странно будет. Сейчас бы изнутри окно пытаться протирать. Вы чё прикалываетесь? О нет, хоррор. То есть я теперь должен еще и молнию отменить. Мне типа громоотвод за деда поставить или что? Дед громоотвод. Он не убьет деда, капец, вы чё? А, все, я могу двигаться, лол. Что-то я сплю. А, картин-то больше нет. Но дед остался, но картин нет. Это камин, я испугался. Ох уж это дед. Что-то с ним нечистое. Куда ехать? Я потерялся. Вон последняя картина. Все-таки дед. Все-таки дед. В смысле забыл взять воспоминания за охотника? Оно же вроде у деда находится в доме. Как-то надоело играть с твоим змеем.